Недавно, вот где-то 1,5 недели назад, я на своем канале снимал такой видеоролик, где я ловил full blood номера в ГИБДД. Я тогда не смог чего-то нормального словить, и я заметил, что вам этот видеоролик очень сильно понравился, и этот видеоролик набрал 25 тысяч просмотров. И специально для вас я подготовил вторую часть этого ролика. Если что, пацаны, я снимаю на таком КРМП мобайл проекте под названием Black Rush, а именно на 20 сервере под названием Ice. Если вы вдруг захотите играть вместе со мной, то ссылка на актуальную версию Black Краши будет в описании под этим видеороликом. Как вы все знаете, абсолютно в начале каждого видеоролика я провожу конкурсы на 200 блэккоинов на любом сервере Black Rush, и чтобы ребята участвовать в этом конкурсе, вы должны обязательно подписаться на мой канал с колокольчиком, поставить лайк на это видео и написать, ребята, абсолютно любой рандомный комментарий со своим ником и сервером, на котором вы играете. Итоги этого конкурса будут в моем телеграм-канале, ссылка на мой телеграм-канал будет в описании под этим видеороликом. Ну а давайте я не буду долго тянуть и желаю вам приятного просмотра. Всем еще раз здорово, чуваки, сейчас я нахожусь внутри отделения ГИБДД, мне сейчас остается просто подойти к вот этому вот маркеру, давайте мы сейчас как раз таки подойдем, так давайте подходим, тут у нас получается есть русские номера, есть казахстанские номера, есть украинские, есть белорусские номера, но нам конечно же нужны русские номера, либо же казахстанские, но русские будут более-менее красивее. Мне остается просто вот так вот нажимать кнопочку повторить, пока мне выпадут нормальные такие номера, и как все знаете, на Full Blood номера — это когда буквы и цифры повторяются, и может даже и регион, если повезет. Вот, мне надо хотя бы, чтобы буквы повторялись, либо же цифры, или все сразу, типа. Это, конечно, шансы малы, что все сразу попадется, но все равно нужно попробовать. И опа, чекайте, это что за номера? О909, ОО199. Пацаны, напишите в комментариях, сколько этот номер стоит. Давайте мы его, конечно же, ребята, купим. Нажимаем кнопочку, ребята, оплатить. Так, что не нажимается? Так, вот, все, 7200 рублей ушло. Кстати, я вам так скажу, это неплохой такой номер. Он, конечно, не full blood, но он довольно-таки красивый. Там многие цифры прям повторяются. Не подряд, конечно, но повторяются. Я этот номер, конечно же, оставил себе, но давайте мы его лучше кому-то отдадим. Так, давайте мы отдадим наш номер вот этому вот пацану. Так, все, я его выставил. Давай, братан, нажимай кнопочку подтвердить. Давай, нажимай, я жду. Я тебе просто халявно отдаю такой номер, себе, не знаю, там на машину прикрепишь, либо же потом продашь. Но у меня пока что, ребята, нету времени продавать такой номер. Так, он мне что-то написал, на что он пишет. Тогда давайте мы ему напишем, что ничего, вот так вот давайте просто напишем. И все, давай, подтверждай. А, все, вот подтвердил, все, ребят, я ему отдал вот этот вот номер красивый. Я не стал его себя оставлять, потому что, ну, он не full blood, а моя цель — это выбить full blood номера. Так, заново начинаем ловить номера. Конечно же, русские. Будем просто вот так вот нажимать кнопочку повторить. Я не знаю, сколько это будет длиться. Это может длиться прям очень-очень долго, потому что тут уже на рандом. Если повезет, нормальные номера выпадут, а если нет, то нет. Я надеюсь, что в этой серии хотя бы мы сможем выбить, потому что в прошлой мы не смогли. Пока что никакие номера не выпадают, вы можете за этим следить. Вот, я, конечно, сейчас в любой момент... О! Я дурак, пацаны. Я пропустил номер с тремя пятерками. Понимаете, с тремя пятерками я пропустил только что номер. А, ладно, пацаны, давайте дальше, давайте дальше. Вот, опа, смотрите, что за номер. Получается, E371EH и 3 семерки регион. Тут, конечно, регион блатной, но сам номер не, так уж, не такой уж и блатной, так что, не знаю, давайте лучше дальше вот так вот будем крутить. Только что был нормальный номер с тремя пятерками, а я его пропустил, так что надо вот так... Опа, 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 вот смотрите, T555PS. Офигенно, пацаны, PS, вот этот вот номер мы, конечно же, купим. Так, 9000 рублей мы потратили, давайте теперь этот номер мы кому-то там, не знаю, кому-то отдадим. Вот этому вот челику я сейчас отдам вот этот вот номер. Вы, кстати, пацаны, обязательно напишите в комментариях, сколько стоит вот этот вот номер. Я, конечно, не знаю, но вы сами напишите, а так я в ценах номеров вообще не шарю. И, кстати, вы наверняка заметили, что я пропустил номера с тремя пятерками. Потом через время мне выпали номера с тремя пятерками, опять же. Так что мне
Ну, можно сказать, я ничего не потерял. Но мы, ребята, конечно же, идем дальше ловить номера. Подходим к вот этому вот маркеру. Конечно же, русские номера. И будем просто вот так вот, короче, листать, пока нам нормальные номера не выпадут. Так, вот так вот, X100. Ну, просто будем, ребята, вот так вот листать. А пока что я не знаю вам, что рассказать, пока мы будем вот так вот листать номера. Но самое главное сейчас просто тупо не профукать номера. Вот, конечно, я не понимаю, как вот некоторым людям везет. Они вот прям им нормально так везет, я вам скажу. Некоторые прям вообще full blood просто так выбивают. Это, конечно, может с открытия сервера, потому что с открытия сервера не все номера такие занятые, знаете, там в любой момент можете full blood выпасть, а сейчас нет, потому что, ну, типа как, потому что уже full blood номера заняты, но все равно есть шанс, все равно, ребята, есть шанс. Я уже, кстати, вот так вот сижу долгое время, все еще нормальных номеров прям вообще, просто, ребята, вообще нету, вот. Но, конечно же, мы не будем на этом останавливаться, будем искать дальше номера с надеждой, что нам выпадут full blood номера. Но я опять же повторяюсь, это в 90% шансов невозможно, но есть шансы. Я не перестану это говорить и не перестану это утверждать. Вот, ищем. Опа, смотрите, какой номер. Е100, ЕУ и 27 регион. Прикиньте, если бы вместо У было бы Е, то это был бы, ну, full blood, ну, не full blood, конечно, ну, хотя бы был бы красивый блатной номер, который можно было бы продать. Так, давайте тогда наверняка этот номер мы купим, вот так вот покупаем. Ох, нифига себе, 20 тысяч и больше мы уже потратили на номера. Ну, кстати, неплохо, неплохо мы так потратили. Так, теперь давайте найдем человека, которому можно подарить вот эти вот номера. Вот этот вот Алан Скалетта просит, чтобы я ему что-то подарил. Тогда давайте мы как раз вот эти вот номера мы ему отдадим. Так, нажимаю кнопочку подтвердить. Давай, чувак, давай, принимай. Все, он принял. И все, мы ему отдали номер. Ну, а мы пока, ребята, идем дальше ловить номера. Заходим внутрь ГИБДД. Вот если бы было бы у меня 3-4 машины, то я не стал бы вот так вот каждый номер отдавать, потому что, ну, из-за того, что у меня просто одна машина, мне придет, ну, я могу иметь в инвентаре только один номер. Вот. Я, кстати, уже как давно начал вот так вот листать номера. Давайте искать дальше с надеждой, что нормальные номера выпадут. Я, как и говорил, не перестану это говорить. Так. Я, походу, блатной номер пропустил или нет? Там вроде блатной номер был, да? 666, да, вроде, или нет? Хотя нет. Да, нет, 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 не было. Так, идем дальше. Но, пацаны, на всякий случай напишите в комментариях, был ли это блатной номер или нет. Так, пока что, ну, такие себе херовые номера мне выпадают. Вот, оп, щит, ё-моё, так. Ищем дальше. Вот так вот буду искать. О, смотрите, какой номер. 777 регион, 166, S0S. Ну, нормально, типа, вообще четко. Стоит ли покупать или нет, не знаю. Может, давайте купим. 777 регион, тоже нормально. И номер довольно-таки красивый. Ладно, давайте купим. 10 тысяч рублей мы потратили. И давайте кому-то вот здесь вот, какому-то типу, мы просто отдадим наш номер. Так, кому можно отдать? Давайте... инвентарь, обмен. И давайте вот этому вот отдадим. Как его там зовут? Так, вот этому челу, короче, мы вот так вот возьмем и просто отдадим наш номер. Нажимаем кнопочку обменяться, давай, чувак, принимай. Все, подтвердить. Все, подтвердить, все, я, ребята, отдал ему номер. Я думаю, пацаны, на этом заканчивать или дальше лучше ловить? Давайте лучше дальше будем ловить номера, не будем на этом останавливаться. Пока что никакие нормальные номера за все это время не выпало, прям вообще, знаете. Вот, и не думаю, что за эту серию я могу выбить нормальные номера. Но, кстати, когда я вначале выбил номера О09, какой-то там номер, короче, был, я забыл. Тоже, кстати, неплохие номера, но я их подарил кому-то. А так, я не знаю, сколько они стоят, но вы, ребята, обязательно напишите в комментариях, сколько стоят те номера. Пока что я все еще листаю, 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 и
нормальных номеров вообще просто, ну, вообще нету. Короче, чуваки, за эту серию я не смог найти нормальные номера, точнее, словить. Это, конечно, жалко, но мы, но это не так уж и страшно. Я надеюсь, что вам самое главное это видео понравилось, и вы оцените его лайком, либо же дизлайком, или же подпишитесь на мой канал с колокольчиком. Мне, ребята, будет очень приятно. Ну, а с вами был Эмберто, ребят. Всем удачи и до скорых встреч. Увидимся в следующем видеоролике.